М-Видео представляет «Плюс один в карму». Эти ребята ездят в экологические экспедиции третий год подряд. Берут на работе отпуск, проезд оплачивает родная компания «М-Видео», остальные расходы исключительно за свой счет. Они едут не только за новыми впечатлениями, их главная цель – вернуть природе первозданную чистоту. В прошлом году на Байкале они собрали 12 тысяч килограммов мусора, теперь приехали на Камчатку. Работали на Халактырском пляже, в Налычевской долине и в заповедной зоне вулканы Камчатки. М-Видео. Мир возможностей.